Вот это технический университет. Я 18 лет в нем вел занятия, преподавал. А география, мировое искусство, полное толкование Нового Завета, Ветхих Завета. Вот все это здесь. Вот какие были тогда люди здесь. Сейчас я не знаю, какие. И в Стигне ректор был Владимир Васильевич. Очень хороший человек. Заместитель по учебной части у него проректор был Семкин Борис Васильевич. Вот сколько воспоминаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько студентов сейчас спросить не знает даже. Что-то 26, что ли, тысяч. Вот это Ползунов. Отравился, видно, газом, и все. Солнышко, ничего не видать. Ребята, вы не скажете, сколько студентов всего? А? Студентов сколько сейчас? Без понятия. Не знаю, я тут 18 лет преподавал, поэтому мне интересно, сейчас насколько увеличилось. Тогда был ректором Евстигнеев Владимир Васильевич. Так, подождите минутку, я сейчас...